Деньги есть сегодня. И в центре есть, и у акиматов есть. Но другое дело, насколько эффективно и прозрачно они расходуются. Ряд акиматов вместо того, чтобы решать вот эти вопросы, жизненно необходимые для человека, реальными проблемами, увлекаются строительством дорогостоящих презентабельных объектов, спортивных дворцов, центров и музеев, соревнования пошло, открытием памятников, проведением пышных мероприятий. Надо в первую очередь решать насущные вопросы. Хватит